Какие дела там по проекту, все посмотрел и зарубился спать днем. Просыпаюсь, пол второго, надо стрим начинать. Ты кадр как отмочишь, живот лопается. Так, половина из-за этого везде. Потому что я их веселю. А мне нравится, что я вас веселю. Мне нравится, что вы не занимаетесь херней. Москали, хохлы и прочая бабуйня. Общайтесь и получайте удовольствие от игры. Что там Жорик пишет? Фуф, блэ, короче. Фуф, блэ, дверь открылась. Думал, родаки, а там кот. Сыканул. Где этот бородатый? Ну, чё-то нет никого. Бородатый, давай быстрее. Давай быстрее бы этого. Артём пишет, думаю, вот тоже купить комп, ну, как второй, но боюсь тупости основной компании не осилю. Ой, блин. Чё, какая тупость? Я вон сколько прошел. Какая там тупость, Ром? Я не понял, какую именно, типа, о чем именно типа что здесь. расстреливали заградотряды, так это даже в этом в сериале Штрафбат, кстати, офигенный сериал, да, Ром? Да, мне понравился. Пипец, мне очень нравится, там все так играют неплохо. И этот шмырь, который в карты немцев, помнишь, обыграл на тушенку, когда шел и попал на немецкий склад, они там начали тырить. Рошер пишет, в любой непонятной ситуации иди играть в комп. Да. Где Костя задрал? Ну, я пока перекину командиров. Штаб поставлю. Здравствуйте, товарищи. И вам не хворать, товарищ. Не товарищ, я тебе морда черножопая. Неожиданно, да? Нежданчик. Костик, привет, братан. Что там Жорик пишет? Артём, если ты живешь в России, не покупай ее, там 70% компаний порезали для русскоязычных пользователей. Виктор говорит, мне на день рождения 6 мая киньте по-дружески арк-ключ. Я адекватный парень, почти 36 лет. Как тебе может быть почти 36, если тебе 15? Костик, ты зашел, не? В процессе. Костик, когда ты купишь себе нормальный комп? Когда жаба меня перестанет заодно игры давить, покупать компьютер, так и куплю. Ну продай этого спортивного питания побольше. Я думаю, можно закачать Игру престолов себе посмотреть. Тут все смотрят, а я как-то хер на нее забыл. Не, я пока последний сезон пока не трогаю, пусть побольше серии выйдет, потом посмотрим. Ну я там в курсе событий. Короче, там брат с сестрой, карлик. Брат с сестрой лижется постоянно. Скинули там с башни в начальных сериях кого-то. Потом мужик со шрамом как чего-то несет этого самого. Пасынка там или кого-то. Претендента. Королеву беловолосую отдали варварам, он ее трахал. Потом на каком-то ужине порезали половину героев, поперерезали их глотки. Ну это всю семью этих. Ой, как же их. Петровых, допустим. Блин, чё они за пиндосов постоянно играют?
Костик Качок у нас. Он тренер по тяжелой. Задрал ты. Виктор пишет: Жека, я родился в год Московской Олимпиады, я рожден в СССР, как и ты. Так что немного ты меня старше. Братан, да я шучу, ты же знаешь. Рейнплей спрашивает, космические инженеры будут? Анжурик, когда ты меня космическим инженером научишь? Я не знаю, что делать, она у меня, я ее не могу запустить. Антон говорит, нах ты спойлеришь. Да я ни хера не рассказал, какой спойлеришь, ёб твою медь, это в первом сезоне все было. Не, хотя вот там, где порезали, это не в первом. Джек из Украины, да. Нет, он с Хорватии. Я этот. Хорват. Жиштов морщиш. Витя, то же самое. Так в пионеры не приняли с первого раза, потому что клятву пионера не выучил. Да ладно, даже такое было. Да, понял, короче. Сначала принимали в октябре-то там. Самых первых принимали тех, кто самый хорошо учился. Через определенное время, там я не помню в каком классе, то же самое с октября принимали, кто хорошо учился в пионеры. Что принять в пионеры, помимо того, что ты хорошо должен учиться, ты должен еще выучить клятву пионеров. Я думаю, нахер оно мне ее учить? Вот зачем мне, молодому пацану, учить клятву? Начал пробивать у пацанов во дворе, что делать. Они говорят, да не учи ни хера. Вас все равно соберут вместе, поставят, и пацаны будут говорить, а ты рот открывай просто, типа говоришь тоже, и все, и вас примут. Я такой нищак, и погнал играть там, ни хера не учил. Собирают нас там специальный этот по... Ну, который там по пионерам, типа пионер-вожатый там или как-то. И она, так, заходим по одному, каждый будет рассказывать клятву пионеров. Я охеревший, ничего не знаю, думаю, меня сейчас будет. И захожу, давай рассказываю, Староженко. Я что-то начинаю рассказывать, забываю. Она подсказывает, а я вообще не знаю, что говорить. Ты что, не учил? Я забыл. Так, хорошо, фух, что-то записала. И всех приняли, а мне сказали, иди учи. И я опять не выучил, и на второй раз вот было то же самое, как пацаны сказали. Поставили всех в актовом зале, и они, ну, они ее произносили, а я рот открывал, типа, я пионер, обязуюсь там. А, ну надо еще учиться было... Галстук завязывать, но это я научился. Тут, в принципе, ничего сложного. Спокойной ночи. Костя, сколько ты весишь, спрашивают. С какой целью интересуются, спросили? На руках тебя носить хотят. Тогда 87. 87, но у него 1,60 рост, пацаны. Не, 1,40. 3. Он двар. Он двар. Он двар. Лысый, бородатый, маленький, дварф с молотком и бутылкой пива. Блин, так хочу какого-то Властелина колец. Ладно, уже пусть будет World of Warcraft. Ну и чё по плану? Что хотите? Я сегодня... Побегаем, постреляем. Я сегодня так плохо пару раз отыграл, вообще. Зато последнюю мы их натянули. И так четко. Прям прорыв танковый такой я организовал. Говорят, квадратный Костик. 12 обезьянок Вовка сдохнет. Я не знаю, кто такой Вовка. Мне надо другие... А, у меня же есть они.
И они по длине поедут. Флоки, доброе утро. Чё доброе утро? Флоки написал, всем доброе утро. 2 часа ночи, братюнь. Ну, у кого-то утро. Кому как говорится. У кого чё. Костя спрашивает, сколько у тебя бицуха. Сантиметр. Там какое-то собрание людей, интересующихся мужскими телами. Это подозрительно все. Что они ночью упыри. Я просто сказал, что ты качок. А, ну ясно. Он такой, он качок скромняга. Да, стеснительный. Стеснительный качок. Обычно качки, они такие, по сути, своей нарциссы. Я раньше ходил в зал. Когда лень не стало. Я 110 от груди нормально. Два раза делал. С подстраховочкой. Для моих худеньких ручек. Ну, я бы вообще парень сухожильный. Такой каланча был. Это сейчас начал набирать вес по возраст. И как не придешь, они стоят перед зеркалом. Вот тужатся и пердят. Тужатся. Опа, Анжорику пизды походу дают. А, не, это Аня. Все, Храпунцель не спит. Мы сегодня будем играть? Эта тварь загрузится сегодня или нет? Да, судя по всему, сейчас все выпадут и на этом закончится. Напишет победа или поражение, до свидания. Пойду наушники возьму нормальные, эти уже задрали, если честно. Наушники? Один уже ливнул. Раз, раз, раз. Ну-ка, поговорите. Говорим. Ну-ка еще раз поговорите. Еще раз говорим, говорим. Леща. А, ненавижу. Их. Ну и что тут происходит? Вам нужно что-то разорвать? Что, началась игра? Начинаем работу. Ну, началось это громко сказано. У меня камера опять, как всегда. Ой-ой-ой. Что ж за жесть? Там все подвисло. Да. Дэром. Не то слово. Так у всех висит все. Нет, я в плане уже не стрим. Не, ну я понял, что не от возраста. Ты чё гонишь, братан? С чем мы с этим проблемой? Ну, у меня все вышли. Прям все? Соединения. Ну, враги все. Так победа, потому что. Товарищ, ну, да, Сталин гордится нами. Ой, ядрить-мадрить. За... Нет, Ваня их... пишет, подрассказал об «Игре престолов», не смотрел, а теперь смотреть боюсь. Чего? Ну, то, что там одни совокупления между родственниками. Да, кстати, да.
Да, ребята, да. Ну, кстати, в свое время там, да, были такие семьи, которые не хотели кровомешания. Чё? Ты знаешь, кто это такой? Ян Ураев. Кто? Кто такой? Батин. Шуп. Такого. Кто? Батин Шептун. Не. Что это за ники, Анжори? Да какой-то чувак пишет, что пить я сказал. Что сказал? Кое-что. У меня камера, короче, пошла по одному месту. Насколько вам нужна моя физиономия? Можно я, ребят, без физиономии постримлю? Кажется, некоторые из-за нее только и приходят. Да, да, нашли на что смотреть. Я понимаю, если бы тут Сисяндре показывал. Смотри, сейчас у тебя сразу минус 15 человек со стрима уйдет. Да, мне это как бы... Не, если вы хотите камеру, мне надо будет комп перезапустить, и это как минимум 3,5 минуты. Агенко правильно написал. Не играть в игру из-за того, что там какие-то аспекты, которые тебе не нравятся, или не смотреть фильм из-за того, что там долбятся какие-то родственники, потому что вот, видите ли, в те времена, в том фантастическом мире решил так передать не воспитание, а, ну, это не обычаи, а как бы. Ну вот так было. Вот так было. И не смотреть из-за этого сериал. Я, наверное, стрим закончу это и закачаю первую. О-о-о-о! Давненько не было этой карты. Ваня. Ванька пишет, твою на камеру, давай экшен. Да, нища. Короче. Есть еще орешки. Зато можно в носу поковыряться. Яйца почухать. Сидеть. Главное именно в такой последовательности это делать. Да, а не в обратной, потому что в обратке будет. Хотя хер ли, если мы тут говорим про то, как брат сестру чухает. Ленка предлагает тебе на Сисяндре задонатить. Фу, чё, суки. Вообще, что ли, сумасшедший? Я тебе вторую сумму пришлю. Нет, я не буду менять пол, педики. Типа... Судя по всему, они как раз заинтересованы, чтобы ты его не менял, то есть пол их устраивает. Вообще, просто сиськи, чтобы были, да? Ну да, такой, на мультитул. Ну, я думаю, тут еще факт в том, что сиськи были за груди. Блять, фу. Что началось, ёбаные, грёбаные извращенцы, с кем я связан? Услышал бы мой дед, он бы таких вам бы дал лещей. Так, я чё? Давайте я через оборонительную тактику попробую. Хоть я не любитель, и ей надо было тогда не строить вообще Т2.
тупо пехота, пехота, а потом вызываешь. Гномика? Ну, там можно 120-ки. А что это такое? Спидшер человек? Пиздюк, играй давай. Походу родаки пришли и кому-то пиздюлей дают. Спать ли, уложили, сказали, все, пора. Все, тряпка, соберись. Жаль, что нету здесь возможности голосовать за то, чтобы выгнать. Выгнать и дать пиздюлей. Ну, типа, чтобы компьютер за него дальше. Да, да. Походу все, он Жорика спалили родаки. Пиздец ему там пиздюлей сейчас стоят. Сиськи на лопу. Алло. Что такое, блядь? Да, товарищ, вас понял. Что ж сейчас, нихера себе, 2 минуты форы. И так жопа тут. Мы же забрали вот эту сторону и все. И не дулит вообще даже. С моей стороны вообще что-то я никого не вижу. У нас появились свежие новобранцы. Блин, Good Company of Heroes охеренная игра. Пулемет. Аккуратней. Ты знаешь донатера Ян Ураев? Ну конечно знаю, вон у него написано. Он, короче, просит, чтобы ты его в стиме добавил. Прям сейчас? Ну, с его слов, да. Ничего, что я сейчас воюю. Ничего, что меня сейчас валило. Ну, Жорик, где они там уселись? Тут мне через центр, видишь, отрезали. Они, наверное, не уселись, а пошли, короче... Перетаскивайте свою жопу все сюда. Нифига, чё они так резко тремя отрядами. Чё, не страшно? Да по красоте вообще чудес. Какие-то чёткие немцы. Да, это какие-то чёткие. Он, Жорик, ну стань вот с зеленым щитком. Дедрить модрейки. Просто! Вот это немцы чудят. Вот это немцы творят. Что немцы вытворяют? И сюда идут на меня. Сейчас жопа будет. Вражеские войска занимают сектор. Пиздец. Вам нужно
Ваш пулемет подавлен. Не без этого. Что там есть у них, что здесь? Да, пулемет вот в углу прям и смотрит. И смотрит, кстати, вот сюда. Джестер ушел, что-то. Наша земля попала в лапы к врагу. Интересно, что это? Теперь у нас есть тяжелый пулемет. Странно. Да, товарищ. Это как было странно очень. Сколько против? Константин. Чего? Что вы скажете по поводу? А где пулемет? А, вон он пошел обрезать. Давай присоединяйся к нам. Че там балуешься? А? Думаешь, стоит? Я думаю, что ты херней там занимаешься. Нам тут будет полегче. Так, все серьезно. Ну что, раз срослось, если сейчас выведет меня за пойду к вам. Штурмовые саперы наготове. Им нужны пулеметчики, чтобы захватить этот сектор. Мы займем позицию, поставим пулемет. Пойдем, товарищи. Мы его построим. Это будет наше. Пора работать, товарищи. Минометная тварь, ты видел, что творит? Да, уже скипнул. Там пулеметик пошел. Возле параши сгорите там. На поле боя прибыло новое противотанковое орудие. Бейте по вражескому танку! Готовы двигаться! Миномет стоит тут приказ. Миномет меняет позицию. Вы не хотите здесь умереть? Вперед! Саперы на готове. У нас приказ. Чертов огнемет! Ну, Жорик, шум машинки. Там, Жорик, отъезжай. Козел достал. Че? Сдались. Товарищ Сталин гордится нами. Добавишь там чела? Топ-донатера своего. Семирублевого? Да.
Он меня умолял. Да там прям какой-то батин шептун. Это он? Да, батин шептун, да, вот это вот. Ян. Так он в Доту шпилит и в War Thunder. Донатер все-таки. Донатер вон у меня в списке. Где там он? Владимир Гладков. 15 700 рублей ровно. Вот это донатер. А Ян Батин Шептун. Да шучу, Ян, шучу. Добавил, конечно. Ген, давай спокойно. Виталь, Company of Heroes решили поиграть, потому что Виталя рачил в этом самом. Время Total War народ не выдержал и сказали, выключай, бо мы придем тебе сейчас отпиздим. Десептикон. Вань, сфоткаешь потом. Ну чё, вроде все нормально. Так смотри, как одинаково. Я, оказывается, еще и больше всех убил. Как так, непонятно. Поехали, поехали, дальше, дальше. А ну, Виктор, расскажи, как ты попал. Спокойной ночи снова, героям слава. Ром, ты залипаешь? Нет. А что ты делаешь? Залипаю. 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 Ну, Жорик, а зачем ты пишешь и удаляешь свои сообщения? Педик. Мамка, чтоб не видела. Блин, че ты с камерой вообще жесть? Ладно, не буду уже трогать нихера. Чего, возьмем Шептуна? Куда? У него нету Company of Heroes. Он пишет, что у него есть. Мне кажется, у него уровень маленький, и он рак. У него нету Company of Heroes. Я не хочу брать. Я не хочу это самое. Да вон в сторону-то докачивает, чего это? Я понял, петарда. Не-не, ребят, я все. Я больше новичков не беру, харе. А у него есть, но он наиграл там 30 минут. Не, даже я. У меня, даже у меня в кухне несколько десятков часов отыграно. Да, у него 30 минут. Не-не-не. Да она, видно, обновлялась, пока вот. Или настройки он менял и как раз наиграл. Вить, там меня чё бомбит? Потому что люди с другой стороны, с другого города решают, что мне и как делать в моей стране, в моем городе. Я же не лезу к ним, правильно? Почему они решили, что можно лезть ко мне? Почему они решили, что можно рассказывать, что и как? Почему они, сидя у себя дома, знают лучше, что происходит у меня дома? К чему это? Не, я не буду брать, ребята, больше людей, которые наиграли, там, я не знаю, 10 часов в КОХ. Надо брать там минимум 500, я думаю. Василий, привет, братюнь. Да-да, камера только что-то подшаталась. Я не знаю, что тут не спится. Да днем выспался. И меня из-за этого бывает жестко бомбит. Притом я никакую не оскорбляю ни нацию, никакой народ не оскорбляю. Меня просто раздражают идиоты. А чего они мне должны радовать, я не пойму. Из-за чего они мне? Да, конечно, учись сам. Конечно, не хочу. Конечно, не хочу и не собираюсь тут учиться. Тут жесть, тут война, ребята. Тут не катит такое, как сегодня было, когда Дима или кто там,
Дима с Беларуси или Саня, я не помню кто. Когда Беларусь? Сашка Беларус. Саня Беларус вытворял сегодня такое. Да Ромка даже так не тупил в самом начале. А он, ребята, я вам скажу, еще тот рак. Давай, давай, тренируйся. Смотри, как надо делать, что нужно делать. Не повторяй моих ошибок. Да ну зачем вам, чтоб я на вас кричал? Какой лес? Во-во-во-во-во-во-во, тормозили. Тормозили, Константин. Костик. Какой лес? Город и ЖД вокзал. Вперед. Штабик сейчас организуем там и все. Никаких это ЖД вокзалов. Главное вот здесь пулемет посадить второй и все. Когда он будет. Там мы и остаемся братьями и друзьями. Я понимаю, ребята, что там на востоке творится, потому что... Ну, мне брат мой звонит и говорит про банды, как они там все контролируют, отжимают, кто там и что. И это не молодой уже. У вас же там пати. Там, по-моему, уже сели. Да, сидят уже. Короче, хорошо разыгольствовать играть. Тут сейчас и не наговоришься, и не наиграешься. Да-да-да, все правильно Рома говорит. За какую страну, да за какую хочешь, какую тебе по кайфу. Я вон за советы гоняю уже третий год. Никак мне не надоест. Ядрить, мадрить. Чего? Да, немцы что-то обнаглели. Теперь новобранцы могут бросать коктейли Молотова. Пришел, ушел. Да, пришел, четвером ушел. Сейчас еще один зовет, почти мы пустые. Какие хэды пролетают им. Короче, пошел я его под полет, да? Вылезли. Уходи, уходи с солдатами. Уходи, два отряда. У нас появились свежие новобранцы. В лесу тип начал беспределить. Ну да. Да пофиг вообще на лес. Идите светите, займите здание вот это спереди. Я сейчас там тоже подтянусь. Ого! Го-го! Го-го-го-го! Приготовились, сейчас сделаю вам, ребятушки. Да, все правильно, Виктор говорит. Не надо искать виноватых, это все политики, ребят. Деребанят себе. Пиздец. Пиздец. Пора в поход, товарищи. Занять это сооружение. Пиздец. Готовьте, штаб сейчас будет. Штаб.
братва, есть штаб. Зачем ты мужику пополнение? А ну ладно. Ты тренируйся, конечно, Ян, какие вопросы. Фашисты сраные. Серьезно? О-о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 -
Вот так и делай. Это пердёж, что я тебе не помог. Отлично. Да? Ох, минометик сейчас туда залетит. Пополняемся, пополняемся. Куда, блядь, через ним? Надо было назад отступить. Да, сейчас пофиг, я туда арту. Дал арту? Думаешь, это нам поможет? Да, вот это голубицы. Нет, пожалуйста. Поджарим их! В укрытие на родину! Двигайтесь, олухи! Поджарим их! Всё, машинки едут. Можешь обстреливаться. Сорокоплавка. Решаешь, да? Не важно. Ой-ой-ой, вот это было некрасиво с их стороны. Сколько там у них минутов, они задрали? Кто-то может вот сюда как-то пробраться? Мне интересно просто. Никто. Никто, потому что там пулемет или что? Да. Да они сейчас штаб ушатают. Надо продержаться, потому что штаб вынести. Или ты хочешь, чтобы я штаб вынес? Если его ремонтирует, смотри как. Я поддержу. 45-ку передвинь, пожалуйста. Теперь мы можем обнаруживать технику врага. Я не знаю, я. Это с каким получится? Чинят базу. Да, да, так я понял, а я по ним с миномета дал. Костик еще справа зашел, вообще не знаю. Идут.
Сейчас если штаб сольем, а мы его сольем уже 100%. Нет, пушкой напрямую на лодку выходим. Минус штаб. Все, минус штаб. Четверо сосутся. Давай ставим огонь, сосредоточься. Устроим ловушку в стратегически важной точке. Ну что вы хотите сказать? Что пора уже? Нет! Нет, братаны, нет! Твари минометчики. Пацаны возвращаются, двухзвездочные. Ага. А что, штаба нету уже, да? Сделался, блин. А где было пополняха? Которую я говорил, зачем вы при... А, ты его убил ее. Так, ладно, Т-70, поехали. Это ты. Ты че? Че ты ко мне пристал, я не понял. Что не так? Что уже не так? Они охерели тут. Да. Ох, там толпу не идет. Ну чуть-чуть завтыкал. Лучше смерть, чем отступление. Не затыкал. Да что, харе, Вить. Харе про политику. Сильно много минометов у них, я считаю. Косик видел, кто там с ним? Косик, Косик. Смотри, вот этот вынес, просто прогнал, не раскидай. Зениточку там аккуратней, зениточкой. Новый штаб, ребятушки, возвращаемся к штабу, если хотим. Да? Спасибо. Ушел, что? Ушел куда? Недобитые в сторону бензина. Опача! Нежданчик. Да задавай в чат. Ты что, не можешь в чате задавать вопросы? Еще одна машина потеряна во благо Родины. ПТО, пора идти, товарищи!
Идут, идут с правой стороны. Мне не очень удобно там. Ян, я не успеваю что-то там. Новый штаб. Прибыло противотанковое орудие М-42. Ядрить мой друг. Я охеревший. А что там минометы подгорели, нет? Всем новобранцам теперь доступны противотанковые гранаты. Ого, и что за перезарядка-то такая? 13-секундная. Вам надо еще штабы где-нибудь, господа? Там долго еще все вылез он, да? Окей. Я хочу точку, мне надо точку забрать. Отошли, отошли, отошли. Отошли. Хера себе эти минометные ублюдки! Дайте мне их, покажите, где они. Мне надо за свет. Сейчас я им сделаю. Мне сейчас. Оо, ловите! Шашлыка не желаете? Раз, два, три, шашлык летит. А куда вы? А чё не так? Все, все, пацаны, хара. Молодцы. Нет, братюня, беги. Я им такое там скинул и просто в ад. Добро пожаловать в ад. Это зенитка задрала.
тоже. Сейчас я ее ушатаю, ребят. Сейчас я ее ушатну. Давай, давай, давай. Понеслось. Раз, два. Вот и нету зениточки. Обращайтесь, если что. Вам нужно что-то построить? Ну, не знаю. Тут дело в кармане. Бомбардировка, шашлыку. Дайте, знаешь, как? Димка, поверьте, что-то камера тупит. Чё? Чё? Смотри. А что ты мне показываешь? Что ты расстреливаешь их? Так я сейчас ушатаю. Там аккуратнее, аккуратнее. Опа. Оствинд. Господа, Оствинд. Они, короче, решили на правую сторону перейти. Мне на этих ублюдков бы кто-то подсветил бы. Только каких? Ты к ним мне туда. Подождите, подождите, не сейчас, не сейчас. Костик, Костик, там тебе на базе просто. Да, я вижу. На, Вася, лови! Вот Джексоны стреляют. Ну и то, по-моему, понерфили, если я не ошибаюсь. Ёпты ж ты, смотри, что ты думаешь. Угу! 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 Вот зачем засветили? Мне сейчас не хватает 4. Засвет сейчас пропадет. Он на мине? И чё? Что он на мине? Вон он ушел. Никогда не ушел. Ты что с этим сделал? Понимаешь? Да, да. Что-то грязное? Бах! Нам Джорик назад! Простите за мой идиотский смех. Но это было эпично. Ого! Ребят, ребят, аккуратнее вот здесь. Пожалуйста, внимание, внимание. Говорит, внимание. Так. Я, короче, думал, надо еще пару пушек. Я... Бро, как дела у тебя? Сапёры выдвигаются. Контакт! Удиви врага! Ёпта, не ого! Что? Да, я вижу. Джорик, зачем ты поехал? Срочно нужно было на дороге. Костик, это что за хороводы там в тылах? Блядь. Ну что? Нужно узнать, что ты там делаешь, Костик. Константин, что, чем вы там занимаетесь? Да я еду на ваши штюги, вы сказали, что Раша, думаю, да я помогу подъехать. Там, смотрите, там яга прям. Прям яга. Саперы отходят. Прям бабушка. Прям бабушка-ягушечка. Да, хорош. Вон он, вон он. Смотри, объезжает Анжорик, ты видел? Нет. Боеприпасов в углу он, да? Там? Да, да. Вон он. Это, не, это штука, ты чё? Ну, штука, ты кто думал? Это Ягтигр. Да Ягтигр туда не поедет. В жизни. Он в жизни.
Он засыт туда ехать. Джексон. Я нормально сейчас. Оп, давай, давай! Стреляй! Эх, тряпки. Не успел я тут, да? Все, это кто? Папа? Папа ушатал. Сучьи минометы мне делают мозг. А куда вы забрали? Куда ты собрался? Пантера пошла по лесу. А у меня... У меня тут Катюша. Забираю, что успеешь. Не думаю. Еще больше наших войск потеряно. Да, да, не успел я. Пиздец, две Катюши просто ушли. Мы потеряли одну из бронемашин. Сука, твари. Я знал, что он оттуда сейчас выйдет. Я видел. Я видел. Это нормально вот это, что он тут ездит просто. Фак. Вон он, вон он. Сорокопяточки, смотрите, они уже его хоть пробьют. Давай, пацаны. Они ничего вообще не пробивают его, ему побою. Не, они экипажкам через раз. А ему побою. А тут, смотри, пантера пошла. Справа. Опять. Короче, надо сухаря, мне не хватает тупо бенза. И смотри, 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 что. Это плохо. Вот это неплохо. Это хорошо. Забираем, забираем. Что там? Понимаю, как это забрать. Эти что курят в лесу? Едут.
едут по тылам. Враг занял наш сектор снабжения. Вражеские войска захватывают наши ресурсы. Ядрить-мадрить, прям туда. Назад, назад, назад! Назад, Джексоном, быстрей! Ладно. Уезжай, уезжай! Уезжай! Сейчас прикрою коктейльщиком. Все, он журит. Я потерял его. Противотанковое орудие М-42 готово к развертыванию. Отступи отрядом, пожалуйста. Кто-то скинул дичь какую-то. Это просто королевская по мундиру. Вражеские войска занимают сектор. Пантеры что-то с ума сошли. Хорошие 45-очки. Шатаю. 45-ка двухзвездочная. Дожились. Дожились. Нам нужно больше 45-ок. Нормальная заруба. Спокойной ночи, персонал. 75 очков. Кажется, вы хороший командир. Враг захватывает то, что принадлежит. Тут опять кто-то бомбанул. Давай, не успею, 10 секунд. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Сюрпризик, ловите. Фак! Да сколько ты можешь идти, тебе же я здесь подрываю, дурачок ты. Все, да? Слили все, что можно было слить, я так понял. На, Вася, ловни. Все. Чем звездочная 45-ка. Ну, 45-ка тут, мама, не горюй, нашатала. У них дальность, по-моему, получше, да, чем у обычной пушки. У 45-очки, не? Что-то мне кажется. Что-то я себе жду. Может быть.
Может быть. Ну, по логике так-то снаряд легче. Ну да. Но дуло-то так-то потоньше. Все. Штабы неплохо зашли. Товарищ Сталин, гордится нами. Затянули всю игру со штабами. Три часа ночи, 48 человек онлайн. Так, ребяточки, спасибо, я все, пошел я притворяться спящим. Уже последнюю, не спать. Я тоже спать. Да не, я уже и так сидел в глазах от песка насыпанного, да? Ничего не вижу. Давайте тогда закрывать лавочку. 3 часа ночи. Ребят, огромное спасибо всем ночничкам. Я думаю, как видео обработается, я порежу его, ребят. И отдельно будет у нас рачье мое в Рим Тотал Воре. И отдельно будет наши доблестные 2 победы, да? 2 каточки мы сыграли. 3. Первая была вообще в сухую техническая. Ага. Штабы хорошо зашли. Вообще хорошо, очень хорошо. Да и напарники хорошие. Все, братцы, давайте. Виртуально отбейте кулак. Увидимся через 11 часов на стриме по Dark Souls. Спасибо вам огромное, братцы, за поддержку от души. Вам, пацаны, спасибо за игру. Вы молодцы, что могу сказать. Спокойной ночи. Доброй ночи всем, ребята, и мирного неба. Пусть война будет только в играх у вас. Ром, ты тут? Да. Не пизди. Спокойной ночи. Спокойной ночи, пиздобол. Да-да, извини, спокойной ночи, пиздобол. И хватит меня поправлять.